Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racer 2. Забираем свои 10 гемов. Отлично, так, вступить за 380 рублей в месяц. Это VIP, 100% без рекламы, ежедневный VIP-сундук и VIP-настройки. Подборка на Super Jeep. Super Jeep включает новая машина Super Jeep, легенда снаряжения водителя, легенда Super Jeep краска, Super Jeep колеса, эпический сундук Super Jeep и 1000 самоцветов. И это все за 220 рублей. Заманчиво, ребята, но я, вы знаете, очень-очень редко в каких играх прихожу к донату. Очень редко, и вообще в последнее время я как-то без него играю. Так, новости какие-то, ладно, меня это не интересует. Меня интересуют наши, ребята, с вами переключения, да? 12 тысяч нам нужно для того, чтобы мы смогли с вами разблокировать новую локацию город. Пока у нас в данный момент сельская местность и всего лишь лесочки есть. Причем самое удивительное, что в сельской местности почему-то не отображается машина. Если здесь скутерок есть, то я не знаю, почему здесь нету машины. Хотя она должна быть. Что опять? Специальное предложение. Вы припарили уже меня своими специальными, если честно говоря, предложениями. Можно мне... О, ну-ка. Так, что мне тут? Воу-воу-воу, магнит, там ароматизаторы. Так, смотреть видео. Ребят, с вашего позволения я сделаю это. Ну что ж, друзья, смотрите, я получил 2750 монет. Это все-таки хорошо, да? Упс. Так, небольшая прибавочка у нас здесь появилась. И давайте-ка мы вот так вот сделаем с вами, да? Открыть сейчас без плана. То есть я могу за просмотр рекламы, видимо. Ну-ка, давайте посмотрим, проверим. Да, действительно, так и вышло мне, ребята. Вау-вау. Так, новинка управления Б. Ускоритель дым. Хм. А я могу, например, вот здесь вот... Оу, давайте тогда все открывать, раз уж бесплатно. Так, ну что, ребята, нам здесь достанется. Зимние шины. Колесный. Что колесный? Я не знаю, что колесный, но в любом случае, ребята, мы можем с вами заполнять эти ячейки новыми чемоданчиками. И, я так понимаю, бесплатные, вы мне сказали, что это сундук. Да, спасибо, ребята, что вы мне подсказываете на такие вещи, на которые я просто даже внимания, честно говоря, не обращал. Так, тяжеловоз, ускоритель, дым и Стив. Ну, Стив, я так понимаю, это шапка, да? Ёлки-палки, я, ребят, такими темпами скоро 12 тысяч накоплю, и у нас откроется новая трасса. Хм... Заманчиво, верно? Ну что, поехали, будем зарабатывать себе кубки. Я, наверное, поеду вот на этом маленьком джипике. Деньги я тратить, ребят, не хочу. Мне сказали, не трать, Рэй, деньги понапрасну. И держи стрелочку на зеленой, чтобы... А как на зеленой, ребят? Я вроде... Оу, тихо, тихо, родной мой. Давай без приключений сегодня, а? Сегодня нас смотрит очень много зрителей, поэтому не подведи меня, Моррисон, хорошо? Отлично, пока у тебя все отлично получается. Трасса, трасса довольно хорошая, довольно такая мягкая, пушистая, по-другому не назвать. Тихо, не надо, не надо, не надо выеживаться, давай, потихонечку. Я вижу, что нас какой-то охламон, ребята, обгоняет, я не знаю, как он так умудрился. Но, тем не менее, я ему не поддался, я его все-таки обманул. Хотя у него такой же вроде джип, просто раскраска немножко другая. Фух, ну что ж, давайте посмотрим, как у нас получится с вами проехать второй заезд в этой категории. Поехали. Я держу, ребята, я держу. Я, ну ведь на зеленой же было. У меня почему-то все равно стрелочка. Воу, воу, нифига себе, ребята. Воу, вот это я неплохо взял старт, вам не кажется? Я знаю, что вы говорили, теряем скорость, поэтому делаю как-то без резких, ребята, этих движений. Я все ваши комментарии читаю и все прекрасно понимаю и прислушиваюсь. Никто мне лучше комментариев не даст, чем вы, поверьте мне, ребят. Потому что вы знатоки, вы просто любите эти гонки. Вы, я знаю, не только эти гонки, вообще многие игры проходите. Пумс! Но с вашей помощью, ребят, я прошел опять идеально. Кубок Hill Climb. Золото. Первое место плюс соточка, да? Смотрите-ка. Тынь-тынь-тынь. И у нас, ребята, уже с вами есть первый сундучок. Так, гонка, первый снег. Ну, знаете, прежде чем ехать на этой машинке... Тем более, когда у нас первый снег. Мне бы хотелось, конечно же, свою машиночку. Как вам сказать? Подожди, а где улучшение тачки-то мое? В кубках? Подожди. А, может быть, вот здесь, вот, ребята. Так, вот, по-моему, надо вот сюда вот, да, нажимать. Так, уровень 15 нужно. А какой вообще уровень-то хоть? Я не знаю. Значит, вот это вот у нас, да, увеличит общее сцепление со специальным болтом на заснеженных и ледяных поверхностях. Вот давайте, ребята, вот, наверное, мы... Вот это что? Что ты мне? Что ты мне выкаблучишься? Бесплатно. П
Погоди, блин, каждый раз, чтобы вот так вот сделать, мне нужно что-ли смотреть? Не надо, по-моему, ничего смотреть. Все, видите, включил. А повысить, я же могу уровень? Подожди ты, что ты делаешь-то? Я ведь могу как-то уровень повысить, ведь так, ребят? Подожди, ну ведь я же вижу, что могу. Сцепление на снегу, сцепление там это 15, это все понятно. А это что такое? А, это комплект, да? То есть я могу вот так вот просто переключать. Хорошо, давайте на втором комплекте мы с вами поставим все-таки вот эту вот выхлопнушечку. А с вами поедем на первом. Ну, там же все-таки действительно заснеженная какая-то штука, дрюка. И вот, кстати, подвеску надо сделать, ребят, пока есть возможность бесплатно. Так что давайте. Так, ребятулечки, четвертый уровень подвесочки у меня. Ну что же, давайте попробуем. Ух. Так, давай. Ну, ё-моёшечки. Ладно, посмотрим, ребята, у меня все-таки. Ух ты, перевернись, гаденыш. Да не мой гаденыш, а New Driver, которого звать. Нет, я, конечно, ничего не говорю, ребят. Сцепление все идеально, все хорошее. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что я очень теряю много по скорости. Да, как-то не странно бы звучало. Вот я теряю, ребята, по скорости. Ну, ёпарасете, ну, Моррисон, ну что ж ты, родной ты мой. Ты как на коне, елки-палки, а не на машине едешь. Да, ребят, я приехал вообще третьим и перевернулся к ядрене Феди. Слушай, ну, что могу сказать? Ледяные трассы, по-моему, ребятули, не для меня, если честно. Я почему-то вот пока на них вот не особо хорошо и уверенно себя чувствую. Наверное, это каждый, блин, заметил уже. Мне аж трясет просто, когда я так вот. Просто, не, у него, конечно, отличная тачка вот у этого чувачка, который там впереди едет. Ничего не могу сказать. Мне нравится с ковшом, все как полагается. Воу-воу-воу-воу. Тихо. Давай, у тебя сцепление хорошее. Ну как вот он проехал так идеально, а, ребят? Ну как? Ну, его машину даже не перевернул, ты понимаешь, в чем дело? Вообще не перевернул, даже не было намека на то, что его тачка сможет перевернуться. Он просто заехал и все, и без проблем. А моя же он мотыляется как я не знаю что. Хотел бы сказать, да не буду, здесь все-таки дети. Да. Да. Не выходит у меня ни шиша. Может быть, джип для этой трассы, блин, не подходит. Смотрите, я один как дуралей на этих колесах вшивых езжу. Никто не поставил себе никаких колес. Только лишь я, блин, себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Рэй. Рэй, ты будешь переворачиваться? Ты будешь переворачиваться. Ребят, это. Ты смотри-ка. Так только я мог сделать. У-ху-ху. Не ломай себе шею только, парень. Так, этот доездился, молодцы, красавцы. Неужели я... Уйди отсюда, плешивый. Дай Рэю. Рэй, дай. Ух, ёпарсты. Вовремя я вспомнил, что надо нажимать тихо. Вот здесь мы потихонечку. Да. Вот так вот, не спеша. Видите, ребята, аккуратность превыше всего. Да, жалко, конечно, что очков я, наверное, получу мало. Бронза, ребята, бронза, третье место. Хотелось, конечно, как-то... Так, кубок лесов. Вот кубок лесов, ребят, ну, естественно, надо, блин. Тут, естественно, нужно менять. Нет, нет, я понял, парень, ты посигналишь потом. Посигналишь ты потом. Что вот это такое? Силовой ускоритель при малом количестве топлива. Непонятно, что это означает. Так, увеличить урон, наносимый. Увеличьте урон, наносимый разрушаемым объектом. То есть, погоди, это как? А тут что там еще будем уничтожать? Быстрые перевороты в воздухе. Это вообще о чем? Какие перевороты в воздухе? Подпрыгните в воздух, примечание. Нажмите обе педали, чтобы активировать. Подпрыгните в воздух. Амортизатор прыжков. Ускоритель мощности для колес. Ребят, ну это что-то вообще для меня. Это какой-то нонсенс, блин. Так, турбина заряжена на максимальное давление для увеличения мощности. Хорошо, ребят, поехали, блин. Я что-то как-то даже немножко в шоке, если честно. Так. Но ведь было же на зеленом, ё-моё, ну.
Уже автобус, ребята, здесь. Ю-ху! Смотри, какой из меня... Твою же дивизию, ребята, я... Да-да-да-да-да-да-да, я понял, я теряю скорость при очень грубом приземлении. Я помню, ребята. А как мне тут приземляться? Может быть, мы все-таки их как-то настигнем? Может быть, они там разобьются все к ядрене фени, а, ребят, как думаете? Не-не-не-не-не-не-не. Какая же, ребята, у меня непослушная машина. Серьезно вам скажу, просто адово непослушная. Ну, посмотрите. Почему и... Я последний, да? Понятно, они уже все давно тут зависли, блин. Пока я там на этих кочках, да, кулечках, как говорится, развлекался. Блин, мне так ощущение, что автобус, он как... А, нет. У него тоже есть, ребят, свои зигзаги. Твою же маковку. Но он как-то более стабильно, что ли, держится. Я не знаю, ребят, как это вообще назвать. Да тихо ты. Неужели? Неужели? Я на второй позиции. Чудило там приехал. Ну что же, ладно, давай следующую гонку. Так, зеленая, я, ребята, жму на зеленую. Для идеального старта мне сказали на зеленую. Я... Жух! Твою ж... Ой-ой-ой-ой-ой. Сам виноват, ребята. Какая жалость, то есть я вообще не зашел никуда, да? Так, мы с вами, ну, по чуть-чуть, ребята. Подожди, мне нужно выигрывать гонку, да, для того, чтобы я что-то зарабатывал. Дай-ка я тогда возьму, может, автобус купить, а, ребят? Или же что? Баги, мне сказали, баги для тебя будет, Рэй, идеально. Ну, блин, ребят, ну, чтобы до баги накопить, сколько мне нужно всего? Наберите серебро. Так, скутер, поехали на скутере, блин, так уж и быть. Ребята, я просто буйвол. Так, тихо, я никому ничего не дам. Вот этот ух ты, ничего себе, ребят, еще бы маленько, я бы, наверное, бы смог бы сальтуху бы здесь закрутить. Ну давай, практически на заднем колесе езжу. Слушай, я этого чувачка не пропущу. Ну согласитесь, только ас может так сделать, ребят. Только тот человек, который знает свое дело. Так, поехали. Так, стартуем, да, зеленая. Идеальный старт. Тихо, Моррисон, не шуткуй так. У-ху. Малорик, отлично. Так, давай попробуем вот здесь вот. Йо-хоу. Ребят, по-моему, я адаптировался под игру. Главное, чтобы он у меня носом тут не это. Тихо ты, йо, просто ты меня ж дух захватил немножко. Мы уже практически... Давай ты едь. Он уже все, ребята, ноги сзади волочит. Еле за рулем держится. Так, ладно, хорошо, давайте здесь также проедем, ребята. Идеальненько, не подведя самих себя. Так. Ну. Тихо ты. Тихо, вот здесь вот аккуратно. Ага, вон они как, да, схитрили. Ладно, это их не право, ребята. Подожди ты, подожди. Твою ж дивизию дурила. Надо было мне, ребята, все-таки запрыгивать туда наверх. Но, тем не менее, первое золотое место у меня. Ух. Так, ну что, ребята, поехали дальше. Мне понравился скутер, а что? В принципе, неплохо. И мне как-то вот получаться даже стало у него. Так, у меня против автобусов, да, все эти дела. Ого. Автобус, смотри. Так, он даже выеживается круче, чем я. Ну уж нет, ребята. Да ну, я не могу, ребята, его просто взять по скорости. Понимаешь? А что у меня тут стоит вообще на этой... На скутере? Кто мне скажет? Что у меня на... Тебе достижение стукнуло не слабо, да? Стукнуло не слабо. Мне все-таки интересно, что у меня стоит на моем, ребята, скутере. Какая приблуда. Я вижу ни ускорителя, ничего. Я, кажется, вспомнил, что у меня стоит на скутере на моем. У меня на моем скутере стоит... Тихо,
Тихо, не чуди. Этот, балансировка, по-моему, да, стоит, ребят? Да, по-моему, все-таки балансировочка у меня стоит. Тихо, тут главное... Ох, хорошо. Едем. Отрываться нам нужно от всяких там плешивых, которые сзади... за мной едут. У-ху! Просто заехал. Иди отсюда. Ну, слушай, ну он тоже хорош, конечно, этот автобус. Вы сами прекрасно видите. Мы, в принципе, с ним на равных. Эй, погоди. Старт-то надо было нормальный брать, а не такой липовый. Вот. Твою ж... маковку, ребята. Ёпарасоте. Ну, серебряный кубок. Так, что-нибудь мы с вами... А, я понял, мы эти сундуки с вами получаем только в том случае, если у нас будут призовые золотые места, да? По-другому... По-другому это не назвать, да? Тихо, родные мои... О, новая трасса, ребят, новая трасса, тихонько. Мы едем аккуратно здесь с вами. И как мне ребята написали, что здесь действительно, что ли, реальные игроки. Все вот эти вот, с кем я сейчас езжу, это реальные персонажи? То есть реальные люди? Это круто на самом деле, если это так. Жалко, с ними нельзя еще как-то здесь, ну, поговорить или там поприкалываться над ними. Было бы вообще прикольно. Фух, ну что, давай, ребят, я готов. Эй! Что? Что случилось? Ребят, я нечаянно нажал на кнопку мышки. И, понимаете, у меня от этого почему-то скорость. Тихо. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот так-то будешь знать, парнишка. Тихо, вот здесь вот не будем слишком сильно. Фух, замечательно приземлился. Я так сказал бы, трасса со своими приблудками, знаете, нахрапом, так сказать, ты ее не возьмешь. Фух, ну что ж, поехали дальше. Погнали. Ой, тихо, мой родненький. Что ж ты так разухарился-то? Тихо, не... Ну как же тебя мотыляет, родной мой, а? Тихо, не надо переворачиваться. Не надо. Едь идеально, просто идеально. Залетаем у нас. Вау. Слушай, он же на коленке, бедняжка, встал. Поза, конечно, неприличная, но тем не менее, мы, ребята, с вами... Да, мы взяли это место. Мы забили с вами три сундучка. А я могу, кстати, активировать? Хм, только лишь за гемы. Только лишь, ребятушки, за гемы. Заманчиво, но я, пожалуй, потерплю. Ну что же, давайте, наверное... Погоди, а у нас сколько денег-то? Маловато денежек, нам, наверное, нужно с вами немножечко заработать. Как вы думаете, да? Поэтому, наверное, мы покатаемся в лесу. Да, поедем на скутере. Так, стартуем. А, это я опять... Так я не могу понять, это я сам свои рекорды, что ли, бью? Или что? Для чего здесь вот это вот сделано, ребят? Не понимаю я. Тихо, ты стой на месте ровно. Не дуркуй. Не дуркуйте, еще раз говорю. В чем здесь суть? Мы катаемся с вами по лесу. Да ты будешь нормально себя вести, господи. Или что ты? Что? Он не хочет, ребят, ну... Блин, что-то я вообще как-то слабенько здесь еду, если честно. Ага. Так, нью рекорд. Ай, да чтоб тебя! Чтоб тебя разорвало на тысячу кусочков. Не знаю, ребят, лопухнулся он почему-то. Ну, давай сельскую местность попробуем осилить. Тут, по-моему, вроде попроще у нас все, да? Такие, знаете, легкие дорожки. Коровушки тут сидят, на лугу пасутся, а я себе еду. И плевать мне на все, я просто наслаждаюсь жизнью. Шапка у меня прикольная, с пропеллером на голове. Что еще мне надо, ребят? Да ничего. Дайте мне просто бензина, дайте мне хорошую тачку, и я буду наслаждаться жизнью. Кататься по миру. Так, тихо. Слушай, да чтоб... Ну это пипец, ребят. Вот что значит, когда Рэй едет аккуратно. Слушай, ладно. Так, я опять возьму сельскую местность и возьмем с вами, наверное, ребятушки, джип. Я попробую на джипе прокатиться. Хотя на скутере я довольно неплохо, да, там? Скорость набираю. Но вот хочу почему-то на джипике, ребята, покататься. Давайте попробуем. Вообще, в идеале можно было бы взять и автобус уже, на автобусе погонять. Но ребята мне сказали, копи деньги на новую машину. Будем копить. Не знаю, сколько мне придется копить.
сколько мне трасс нужно проехать на этой машине, и смогу ли я вообще здесь занимать призовые места. Так, вот здесь вот Рэй перевернулся в прошлый раз. А смотрите, как я сейчас идеально еду, а. Ай, красота. Тихо! Это что? Это вот, ребят, как только я сам себя похвалю, все, начинается, да? Начинается у нас вот это вот бзикство. Хм. Сельская местность. У меня здесь рекорд меньше, чем, извините меня, в лесу. Так дело не пойдет. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим. Здесь, я так понимаю, не обязательно нам лететь как сумасшедшие, да? Мы можем с вами и... Что мы можем с вами здесь сделать? Ускоритель. Ну, давай попробуем вот сюда поставить ускоритель и посмотрим вообще, что он нам дает. Поехали, старт, ребята. Ускоритель для колес. О. Воу-воу-воу-воу, нифига себе. Я понял, ребят, как этот ускоритель работает. Я это прекрасно понял. Так, мне главное тут не перевернуться. Потому что все-таки скорость скоростью, но мне кажется, лучше ехать плавнее. Когда ее начинает машину ее вот так вот мотылять, ничего хорошего от этого не будет, ребят. Так. Все, я понял. Так, давай потише, вот потише. Вот, вот, видишь, вот идет пригорочки. Вот лучше их вот так вот, ребята. Без всякого тут выпендрежа. Так, вот это был мой прошлый рекорд. Это был мой прошлый рекорд. Здесь я разбился. Точнее, перевернулся. Едем, не выеживаемся. Спокойно, на расслабончике, все. Тут хорошая природа. Воу-воу-воу, я сундук, ребят, забрал. Я забрал сундук. Это классно. Так, едем, не выеживаемся, тихонечко, тихонечко. Тихонечко, говорю! Рэй, ну хорош, ну серьезно ты, ёпрос это, ну пожалей ты сам себя, ну что ты выкаблучиваешься, это ради кого? Тут не гонки, тут просто наслаждайся жизнью, езди и смотри на природу, блин, зараза, ну что? Это что, специально так делается или что, я не могу понять. О, спасибо, ребят, за деньги, спасибо, воу-воу. Колесные, тут защитные, защитные в плане, это для... Это я, то есть, могу перевернуться и мне ничего не будет, что ли? Что-то типа того, да? Так, что тут у нас по друзьям? Что у нас тут по друзьям? Еженедельно вызовы. Моррисон сам себе, что ли, делает вызовы, да? Периодически. Или как? Пригласить друзей, чтобы веселиться вместе. Каким образом? А, отправить ссылку. Хм. А так нельзя, что ли, рандомно? Я не понимаю. Рандомно друзей здесь не найти, да, получается? Угу. Так, ну что, давайте, ребята, зарабатывать в бронзе тогда деньги. Ну, не деньги, я имею в виду престиж, опыт и гонка на время. А почему? Набери серебро один. Ага. Тогда у нас будет, да, открыта гонка на время. Ну что ж, ребята, поехали. Поехали. Блин, надо было посмотреть, что такое защита. Ничего не посмотрел толком. Ну, я вижу, лопушок-то уже нас обгоняет. Зачем я чертову мышку эту нажимаю, кнопку на мышке? Зачем? Кто мне скажет? Фига, парень, у тебя что там за колеса такие? Крутые. Я же вижу, что у тебя нормуль колеса. Ты где приобрел такие, а? Подскажи мне, пожалуйста, магазинчик, где ты их купил, парнишка. Я... Ребята, я его пытаюсь, я его практически нагнал. Уже даже перегнал. Ух, как я его, а? Да, Рэй такой обходит на поворотах. Хе-хе-хе, первая позиция. Лучше даже и пожелать нельзя. Так, ну, гонки еще не закончились. Это у нас последняя, ребят, заключительная гоночка. Так, едем. Неплохо я взял начало, старт. Ну, вот это вот, ребята, конечно, да, конечно. Вот это вот меня, ребята, подводит очень сильно. Когда я где-то начинаю на трамплинчиках там выеживаться, у меня сразу же теряется скорость. Вот, сразу же, это видно невооруженным, ребята, глазом. Я очень сильно теряюсь в скорости. Поэтому прыжки, я не знаю, как тут можно это дело подправить. Подправить, ребята. Да чтоб тебя, меня почему-то только одного вот так заносит, ребят. Оу. Чувачки-то перевернулись. Да, конечно, плохо я проехал. Ну и какое место у меня? Ну, хотя бы второе серебряное место. Так, ребят, смотрите-ка, мы с вами довольно неплохо подросли, да? И смотрите, я открываю следующий сундучок. Так, магнитик, ароматизаторы. Амортизаторы, отлично, плюс 3 гемчика. Вот, вот оно. Так, ну что же, теперь я хочу, знаете, что сделать?
У нас, смотрите, у нас с вами выбор. Либо разблокируем город, да? Так, а где у нас машины? Мы с вами, где машины? Вот, либо мы с вами покупаем. Блин, да я не хочу этот автобус брать. Вот серьезно вам говорю, я его не хочу покупать. Джип, вот этот джип мне тоже не нравится. Да, тут машин-то, ёпрасоты. Танк даже будет. Оу. Щет, вот это круто, ребят. Фига себе, вот этот мотоцикл. Блин, я хочу такой же. Так, используйте для следующего соревнования. На Луне. Лунный модуль, обалдеть. Это ребят, еще впереди только будет, да? Лунный модуль. Ладно, 16 400. Итого, лучший результат у меня 1 километр 169 метров. Слушай, у меня руки чешутся, ребята, разблокировать город. Я серьезно говорю, я все-таки разблокирую. С вашего позволения, я просто не мог удержаться. Я хочу покататься в городе, ребят. Мне надоели эти уже там, городишки. Что у нас там еще есть? Не городишки, а эти поля, луга. Вот дайте мне в городе покататься. Ой, почему? А я один? А, ну ладно, хорошо, я не против. Давайте сделаем себе... Ох! Слушай, а мне нравится. Прям как в Питере, разводные мосты. Отлично. Так, газуем. Так, что это за... А, ну хоть видно, и то ладушки. Так, погоди, роднуля, погоди. Не надо бултыхаться вот так, пожалуйста, не надо. Давай, держи себя в руках. Ага, отлично. О, даже так вот есть. Небольшие такие приколы, трюки, можно их так назвать. Давай здесь вот, давай вот здесь не будем окабучиться, а? Моррисон, хорошо, будем потихонечку, говорю. Давай, потихоньку, блин, просто не могу. До трясучки, ребята. Так, 40 метров до следующего пакетика с золотом. Ага, спасибо. Ёпрсты, круто было это. Давай далее. Не надо вот тут выкаблучиваться. Едем аккуратненько просто-напросто. Так, вот это вот не нравится мне, это крутой спуск. Давай-ка мы вот так вот, без шухера. Я сказал, без шухера. Водитель разбился. Понятное дело, разбился. Но, тем не менее, ребята, ух ты. Я побил рекорд по всем, извините меня, трассам. Здесь самый лучший. Слушай, а что вот здесь вот такое, ребят? Смотрите, вот здесь машинки нету. А здесь вообще даже сундучка этого нету. В чем подвох? Что это такое? Что я должен выиграть здесь всю или как? Проехать 500 метров... Чего? Так, проехать 500 метров со скутером... Со скутером до завершения. 500 метров. Хорошо, 500 метров на скутере, да? Ладно, я попробую. До какого там завершения, только я не понял. До завершения чего? Так будешь ты ехать нормально или нет? Трясет его, как паралитика. Вообще, мне надо, ребята, почаще на ранге выступать, да? Чтобы мы могли получать с вами звездность. Тихо, не, ну что ты вот, я не пойму. Чтобы мы с вами могли получать, ну, этот, ранг. У нас сейчас в данный момент с вами вообще не ранг. Бум! Придурок! У меня слов нет, у этого моржового хрыча. Я проехал вообще там 500 метров, хоть пахло ими, или нет? Слушай, я вот в тот раз как раз... Не-не-не-не-не-не! Ты, вот ты идиот или что, а? Я не понимаю. Ты вот болван или как? Я не знаю, что мне с тобой делать. Слушай, ребят, он меня нервирует, и в то же время он меня провоцирует для того, чтобы я мог взять эту высоту, долготу, я не знаю, широту. В любом случае, 500 метров, я вижу там он сундук, ребята, он будет через 500 метров меня ждать. Может быть, не надо тут нафиг спешить, да тихо ты. Едь нормально, не вот, ребят, хоть убей, я не могу, я в шоке, просто в шоке. Слушай, что с этой машиной не так? Дай я посмотрю нафиг, я не могу. Дай мне посмотреть твой скутер. Что у тебя там не так? Я не могу понять. Дополнительный вес, чтобы держать колеса под контролем. В упор я не вижу, чтобы ты что-то тут... Так, после успешных переворотов, блин. Переворотов, конечно, после успешных переворотов. Магнит. Я думаю, что магнит нам нафиг здесь не нужен, ребят. Ну, единственное, что вот я говорю, вот, все. Что у меня есть, то и есть. Можно потратить деньги и на что? Ну... Да ни на что я не буду тратить. Я лучше куплю себе тогда просто автобус. Куплю же, нет? Автобус, 7000. Спасибо большое. Ебарсете. Понял. Слушай, а там тогда получается сколько я должен на машине проехать? Какой километраж? Я имею в виду на первой трассе.
Ну что ты, я не могу, я прям вот до трясучки, ну ей-богу, говорю вам, ребят. Так, ладно, давай аккуратно, аккуратно. Машина, она хоть как бы тебе сказать, ну, ее тоже, ребят, поднимает все это вот это вот. Но она все-таки постабильнее, чем тот же самый скутер. На скутере, ну, это просто невозможно. Просто постоянно приходится контрить. Здесь, ну, как-то оно еще по-лояльному все идет. Вот сами вы прекрасно видите. Ты дурень, вот что я тебе скажу. И такой съехал, знаешь, так нехотя. Японский сальто, ёпрст, спасибо тебе большое, японский сальто, блин. Так, дай-ка посмотрю, проехать 500 метров до завершения. 500 метров, все, я поехал, ребята, здесь на машине по сельской местности до завершения. Я хочу взять вон тот сундук. Я должен покорить эту длину. Я должен покорить, ребят. Может быть, вообще еле-еле ехать тут? Вообще еле-еле-еле-еле ехать. Так не могу я еле ехать, потому что машина так сделана, что просто бешеная скорость развивается. Особенно эти турбины я еще повесил на колеса. Зачем я их повесил вообще? На свою голову, блин. Так, Моррисон, ты там... Давай, нет, не выкобучивайся. Отлично. Это мой рекорд якобы, да, побит? Так, а мне еще 300 метров. Мне еще, ребят... Да что в тебе? Ну как? Ну, ребят, я не знаю. Смотрите, ну как это... Тыч. А вот здесь я идеально проехал. Слушай, я не успокоюсь, пока не проеду. Я не успокоюсь, пока не проеду. Ведь 500, блин, чертовых метра. Я уберу, наверное, с колес вот эту выхлопуху. Что вот это дает? Защищает водителя от ударов. От ударов. Хорошо. Давай я возьму оснастить. Во! От ударов. Интересно, от переворотов он меня спасет или нет? Хм. Хотелось бы посмотреть на это все дело, ребят. Так, тихонько, не надо выкобучиваться. Едь спокойно, Рэй, хорош. За тобой никто не бежит. Это ты же, не волнуйся, это ты же. Это твои же двойнички. Это показывает, как ты ехал раньше. Чтоб ты смотрел и учился на своих же ошибках. Не надо спешить. Видишь, все идеально. Я смотрю и смеюсь. Так, ребят, вот здесь вот. Ага, это вот последний раз, когда я ехал. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Нормуль. Так, 100 метров, ребятулечки. 100 метров мне осталось до этого сундучка. Не лопухнуться бы где-нибудь, как всегда. Слушай, ну пока идеально еду. Пока... Вот он. Я его забрал, ребята. Следующий будет еще через... Так, начинается, да? Начинается, короче, ладно. Поехали. Будем брать тогда со скоростью. Воу. Тихо. Фух. Отлично, хорошо, хорошо, хорошо. Я взял это. Да я вижу, вон оно, горючка. Доедь, доедь, Рэй. Фух, доехали мы. Понятно. Это что, специально? Это, ребят, я просто отвлекся и меня раздавило. Но зато сундук-то я получил. Воу-воу-воу, зимние шины. Слушай, ну, проапгрейдились маленечко, да, скажем так. Фух. Ну что, дорогие мои друзья, ну мы, наверное, будем сегодня на этом закругляться. Мы все-таки тоже сделали с вами кое-что. А кое-что вы знаете, что мы открыли с вами новую трассу, да? Нам надо выиграть, набрать золото, чтобы разблокировать непонятно чего. В любом случае, вот здесь вот нам нужно получить одну звездочку на серебро. Ну, этим, я думаю, мы займемся в следующий раз. Да, ребята? Я думаю, вы со мной согласитесь. А на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!